вышли в посольство России с одним и тем же вопросом, где все люди, которые пропали без вести в Крыму за эти 2 года. Собственно, то, что мы пытаемся сказать и сделать, это просто постоянно уходить и постоянно напоминать о том, что есть люди, которые пропали без вести, люди продолжают исчезать, мы про это помним, мы следим за этим, но мы до сих пор требуем ответа на эти вопросы. Учитывая, что сейчас Россия осуществляет полный контроль над территорией Крыма, в первую очередь это обязанность и ответственность России найти этих людей, объяснить, что с ними случилось. Абсолютно большинство из этих людей — это крымские татары, либо это проукраинские активисты, сторонники Евромайдана, которые исчезали в самом начале оккупации. И то, что мы сейчас видим, это в целом определенная системность в том, что люди исчезают. И есть подозрение на то, что это является частью в целом репрессивной политики в Крыму для того, чтобы заставить людей молчать, заставить молчать всех тех, кто не лоялен к оккупации. Поэтому в первую очередь мы требуем от России прекратить эту практику, объяснить, что случилось с теми людьми, которые пропали, расследовать эффективно уголовные дела, которые были заведены на территории Крыма по всем пропавшим без вести. С другой стороны, мы обращаемся и к украинским органам власти, и к целому украинскому обществу не забывать о том, что люди исчезают, и со своей стороны украинские органы власти предпринимают максимальные действия на дипломатическом уровне, чтобы оказывать давление на Россию, а также, в принципе, на всех международных площадках. Мы обращаемся к нашим международным партнерам о том, что мы рассказываем про практику насильственных исчезновений, как на самом страшном, что происходит в Крыму, да, и о том, опять же, чтобы со своей стороны оказывать максимальное давление на Россию. Я являюсь простым гражданином Украины. Я крымский татарин. Пришел сюда поддержать протестующих. Я приветствую всех этих молодых людей. Это люди, у которых действительно совесть чиста. И я не могу приветствовать людей, которые, к сожалению, растоптали в первую очередь сами свою совесть, и которые идут на поводу у бандитов, у варваров, у дикарей, какими являются практически все люди, вставшие на путь поддержки или молчаливого согласия бесчинств, которые творит расизм Российской Федерации. Ну, почему повесить здесь на выражение своей, а сумка про те, что ці люди будуть знайдені. Ми всіми силами будемо цього бажати, будемо робити все можливе, щоб це стало дійсно реальністю. І це от наша та заповітна мрія, яка буде висіти тут, ми сподіваємося, якомога довше від акції до акції, допоки ці люди не будуть знайдені. Тож зараз я кожному хочу роздати стрічку.